Ну почему именно пешком? Машина-то никуда не денется. Переедем. Давайте с юга лучше. Можно и с юга. Русского к зоне подъедем и высадимся. Ну тоже снайпер есть вражеский, он скорее всего в камушках вот этих будет сидеть. Маршрут для правого я определил. Я так понял, на позицию альфа идем. Что-нибудь видно? А, вон впереди наши идут. Азимут с 80. Это же наша? Кому Азимут 80? Да-да-да. А, ну, да, не, наша. Нет. Да, похоже наш. Че, наверное, левее них вылезем тогда. Кучу сбиваться не буду. У нас двое, что ли, сидят? Кочегар там еще сидят. Я еще взяли. Я думаю, пока выезжать не будем, полиция нам посмотрит. Спектакля не будет, я так понял. Сгорели на работе. Угу. Походу, по ГС по нам наш работал, нет? Да вряд ли бы так затупили. Может быть. Так, видимо, перезаход придется делать. Кто ж такой там хитрый был на фланге? Кто вот Рамирос, у них СПГ в пикапе. А-а-а. Они прям слева от нас, в метрах 30-20. Ну в упор в них выехали, охренеть. Охренеть. Как я их не видел. Я даже наверх смотрел. Блин. Ну ничего, зато наши знают. Они знают, что там эта хрень. Я сейчас вынесу. Ворон сейчас убьет. Блин. Или его. Разминулись с Вором там с этим чуваком. Ну, блин, моя вина, видишь, конечно. Надо было сразу, как ты сказал, надо было не заводиться. Да, да не, надо было ехать. Мы долго, видишь, простояли там. Ну, блин, я просто думал, что М2, он где-то должен по-любому рядом быть. Так, ну-ка, сейчас посмотрим, что там у нас там. Он был, да? Уёсь там народ! Ну я говорю, видишь, мы вот выехали, просто нам надо было сразу свалить куда-нибудь. Я там огонь по мне, блядь. Надо огнище, было завалить, блядь. А там получается кто-то еще высадился перед тем. Помнишь, ты говоришь, кто открыл дверь, и да, когда он да, уже да, подъехал, да, да. Перед тем, как он остановился, до остановки кто-то уже вылазил. Да. Там вообще две машины было, одну вы спалили? Ну да. Мы да. Две, не, мы сразу метки поставили на М2 и на МК-19, вот, и как раз мы поехали встречать, и в итоге вот МК-19 удачно прям на нас выехал. Да, ну это я был там. А, ну вот, и, ну, блин, задержались, надо было, конечно, отъезжать. Сидишь за Салином, да? Слушай, а я что-то пойму, как тут спектатор-то работает? Салин там вообще... Перезайти надо. Он не включился. Глючит. Блин, видел флайера, блин. Сюда мне. Бля, они технику захватили. Да, они. Вот, блин. На. Потеряли МК-19, но при этом забрали этот СПГ-шку. СПГ. Она там полная? Вообще полная.
Повезло. Хороший размен. Там и ОГшек что-то 8 штук, и ПГ 8 штук, то есть там вообще нормально сейчас они будут. Ничего, там подмога идет. Шульман идет, сейчас все разрулят Шульман. Но мы сказали, да, что в принципе на нашей метке там. Или мы не успели сказать, верьте? Я не помню, Но я успел сказать, что нас убивают, короче. Я думаю, они слышали, поняли. Так а сколько осталось-то? Раз, два, три, четыре. Много. Мало. Вас много. Да нет, да вы сейчас отсидитесь там. Перезайди, просто выйди в лобби и зайди. Ага. И спектатор включится. Сейчас Шульман реально разберется. Только у него ПСО. Понимает, сколько там народу, наверное, сидит. Так, все включилось. Ну, где там у нас Шульман-то? Шульман идет на гибель. Блин, давай, Шульман. И Сален не топит, ссы. А Сален прям перед ним, да? Шахит, он шахит. Да, Сален. Возвращается обратно. А, Трабл вон вроде как. Ну Трабл прям на них идет, они его увидят. Вот Шульману надо сейчас как-то. А у Шульмана ни трубы, ничего нету. Да там же все открыто. Трубу там открыто, там все. У него оптика и все, нахуй. Ну, учитывая, что там куча пехоты, я думаю, он не успеет. Ну, смысл он сейчас убьет, даже ему выбирать нужно будет, что первым. Ну. Да тут особо что выбирать-то, он убьет даже стрелка, другой сядет, да. Его убьет, другой сядет, блин. Так, Сален летит по дороге, и там пехотка идет какая-то вдоль дороги. Это я сообщил, что они там идут. А нету без гражданских? Нет. То Сален хотел смешаться под толпой каких-то гражданских. Я видел только флайера, бля. А потом я переместился и мне сообщают. У тебя, говорит, на юге пехота, зашибись, а я только переместился. И сразу понимал. Да, и почти сразу по мне такой огонь пошел вражеский вообще. Хоть и дымился, и за кустиками пытался спрятаться бесполезно. А флайер, я так понял, уже увидел, да, Салена? Или нет еще? Да, может, слышал только. Машинка-то шумная. А Шуман решил... А, убегает. Я думал, отсидеться. Так, Трабл и... Шуман его как может видеть уже, кстати. Пизда, Трабл. Что, совсем залез? Ой, он там прям за камнем, да. Так они там разошлись с кем-то. Трабл по одной стороне. Все, а синий Трабл. Да? В смысле, как это? Калаш. Животворящий. Блин, я пропустил момент, что Трабл живой остался? Да. Да, лол, вообще просто так развернулся сразу и убил. Из-под ножки. Без аима, да? Новая аим, да? А эти поняли, что калаш у них, кстати, вон, засветились. Сейчас с двух сторон нормально перебьют. Что-то Шульман убегает, по-моему. Ай, вам перебьют. Давай, Трабл, жги. Вообще, красава. Молодец. Ай, вон меня.
Охренеть. Он как раз вообще травл молодец. Да-да-да. СПГ сжег и в последний момент еще и успел этих сжечь. Ты красава. Травл, ты тут? Да, ну боже. Ты молодец, молодец. Конечно, бесспорно, блин. Вот ты реально прям вот вообще прям талиб талибом, прям свою жизнь вот героически так вообще во всех. Все, блин, повешал. Жуть. И Шульман идет уже, все. Охреневая, готово. Да? Да он просто травма зажадничал, просто Шульман ничего не хотел отдавать. Ну я сказал, короче, там кто-то с калаша убил нашего. Начал выяснять, кто это, короче, сделал потом. В итоге Бисмута убили, за которым я поехал, ну и не успел пересесть. А отряда, между прочим, на севере, который уже нет. А кто на Агрессе-то был возле нас, другой Шакал, вы зачем все поехали? Я был. У вас тут не должно было таки быть? Ну мы поизменили план. Ладно. Мы решили помочь вам в итоге, но мы помогли. Сгорели бы вы, вот. В итоге мы приняли первый удар на себя. Ну, короче, Трабл исправил ситуацию. Да. Так бы, если бы не Трабл, то, конечно... Да, было все печально. Поменять СПГ... А Фаер один в одиночку бежит, все остальные там позади. Разведка. Где у Шахи, кстати? А вон он сидит. А вон Салин, вы его не встретили, кстати? Он за вами поехал? Нет. Кто это? Опоздан Шахи? Салин, РБ Салин. Тут Салин вообще на Шахи да не Салин, похож. Да. РБ Салин. Шахид мобиль у него там. Но он, по-моему, да, он, по-моему, только на машине может взорваться. Так-то он сам по себе-то вроде это. Безобидно. Да. Да-да-да, ему, короче, напишет, только водитель сможет взорваться. Бля, если он закатку, короче, не взорвется, я могу сказать, что он не Шахид. Ну да, блин, но он вообще хотел очень сильно. Он хотел въехать в какую-то технику, но, бля. Не получилось. Да, блин, Трабл отнял у него. Ну реально, Трабл просто с разворота. В пехоту у него есть возможность влететь, там он по дороге идет целая группа. Скидал, может быть, и хуй. А смотря какой там взрыв-то. Ну, ну там один. Неплохой ты, похвал бы. Флайер штурмует пустой дом. Южная группа меня испугалась, я ему в ответ там очередь дал пулеметную. Они вообще боятся идти теперь. Флэр-то этого не видел ничего, но он идет. Так, Верас, кстати, сейчас покосить может много, очень много. А чё, Верас не видел, что флэр зашел? Наверное, он поздно подошел. Что-то бомбу убил. Флэр, ну идет, он что, не видит, не слышит? А, понятно. Верно, ты тут? Да. Че? Так у тебя же справа М-ка стрелял, не слышал, что ли? Нет. Как так? Ну, вообще никакой М-ки не слышал. Ну, там, когда они стреляли внизу... Ну, он просто, он зашел, он же в доме убил чела справа минута от тебя. Минута даже до тебя как-то это... Странно. Вообще ничего не слышу. Он вообще, оказывается, рядом. Одного, да, он да. убил. Диксон, ну уйди ты с этого дома уже. Он его купил. Приватизировал. Ковры, наверное, понравились. Да, что-то он залип так конкретно в этом доме. А звонил, в чем пишешь? Ты кому ему? Он так, знаешь, застыл на месте, смотрит куда. Побежал, просто... побежал. Ой, оверы с каком-то помощью. Опа, а Зоник что, на водочке что ли прошла? Ну, чё, кто, кого? Все, бана с Зоника. Давай, давай, выходи, Салин, Салин. Я говорю, я ставил на Салина. Если кому бы я писал, то Салин. Не уважаешь, что тебе Салин. Бля, на секунду бы лучше пораньше он был убил. Вдруг ты его, короче, в ловушку заманишь. А? Оп-оп-оп-оп-оп! А он не видит, Салина не видит! Увидел! Пока! Ну вот. Да, нифига себе, а голову! Он раненый. Голову и живой! А нет, ты туда! Ой-ой-ой-ой!
голову и не убил еще, прикинь. А он еще живой. Серьезно? Да. Ты говоришь, такой говно не ствол. Да че, блядь, за ствол такой, блядь? Ну, Салим, давай. Да я же ему про это говорю. Че, прям сейчас говоришь? Не, я говорил про то, что типа у него пушка плохая, что он фиг еще убьет. Че его все, он постанал, добью сейчас. А вдруг не догадается, вдруг. Ну, Салин, наверное, думает, что, скорее всего, это второй ходит где-то да, здесь. Да, понабегут, сейчас понабегут, это сидит ждет. И так и бегут, как... А, нет, не бегут. Или бегут. Боится, боится, боится. Так а его нет. Сверху видно, должны его ничего видеть. Ничего не происходит. Сколько раз Гонзо выстрел замесил? Ноль. Они своего мертвого видят. Ну... Все. Еще живы? Живой еще, Виксел, да нет. Не в ту сторону ты, там Виксел, не пофигу. Туда, а жив еще? Да. Он походу, да, еще раненый. Но он не встанет точно, он просто сейчас и сидит. Все, умер, чувак. Ну че, все, да, вот я, он иссек просто, тупо иссек. Здравствуйте. Здорово. Тупо иссек. Миля! Не в ту сторону ты стал, это вертеться, конечно. Да, мог бы выжить. Ну, стальная голова. В голову столько пустили. А чё ты так долго сидел? Ты чё, ну вы видели этого челика или нет? Да, мы же там разговаривали по рации. С ним? Нет. Мы там корректировали движение друг друга. Кто куда бежит. А чё этот пятый уехал просто на машине к тебе? Мы его послали, чтобы он привлёк внимание. Опа. Убийца. Ну, я ж говорил, у них план был. Они нет, Сталин живой, Сталин живой, надо убежать. РПГ туда, блин, чё тупишь, бонзай? Да-да, хороший. Пизда, Сталин. Ну, Сталин, держи. Сталин. Бам, мимо, лошара. Ой, попал. Убил? Без сознания. Убил? А, без сознания. Ну, уже они, походу, не вставили. Мало было ствол а нормальный нет. Брать. Причем ствол нормальный не взял. Странно, что не сложилось это. Опа, да. Гранат. Сейчас сам себя еще и... Был бы... Взял бы нормальный ствол, может что-то сделал. Где Шульман, ты около меня полтора часа бегает? Вот он сейчас тоже веселуха сейчас будет в центре. Да, кстати, Шульмана сейчас там... Сейчас минус два Шульмана, даже смотреть. А чё у него там? Сейчас красный выиграл. Короче, как всегда, да. Гонз там до сих пор где-то за зоны что-то. По-моему, синих побольше будет. С магманом там. Он вообще туда в поле попадёт? Ну, бонзай, давай гранату кидай туда. Даже не так, он вообще туда кого-нибудь пинет. Он не знает, как туда попасть. Ой, сейчас убью бонзай. Чё, он встал, да? Ого, отлично. Давай, да. Бери ствол бегом, ствол бегом. А почему у меня Сталин до сих пор? О, хорош, очень. Бывает. Бонзай, лошара. У меня тоже. Ну-ка, рассказывайте, стреляй. Что Сталин делает. Фейспалм. У него противник смотрел, кто не смотрел так? Бонзай в него. Бонзай убил Сталина, смотрел. О, Гонз начал работать. По-моему, по бонзаю стрелял. Да. Инфернал, кстати, там в гости. Бонзай это пушка с ТВП или нет? Нет, бонзай это... Шульман умер. Макал! Здравствуйте, Шульман. Сука, туда, вот чё им здесь туда-то не смотрелось, сука? В тебя слышат, что ли? Елись, понимаешь? Так на кого ты? Бонзай только вышел, тут к окну подошел. Лол. Блять. А, Инфернал у нас живой, что ли? Да. Шульман. Ты бы вышел на связь. Короче, у тебя этот трабл самый результативный. Ой. Ой. Сейчас. Сами подойдет. Умер. Блять, а че он вылез-то, блядь? Туда же стрелял, смотрел. Стоял, стрелял, хули, он вылез-то в это окно, блядь, с другой стороны дома. Там другой тебя выстрелил. Ёбаный в рот. Ну там уже с двух сторон, понятно. Шульман. Да. Умерь. Употребление. Фига алкоголя. Да. Его тоже. О, сейчас Клайра убьют, смотрите. Мне только если успокоительный. ДПшер, блядь, ДПшер, да блядь, 100 метров. Ух ты же, ё-моё. Клайр. Нет, наверное, нет.
Он свои, он что ли, стрелял? Своего, да, он своего убил. Его убил? Най. Так это Алекс убил? Он и флайера убил, и кого-то еще. А, он сейчас еще убил. Он меня убил, по-моему. Поздал этого убил. Хороший РПГ. Че, как в ГП вылетел? Минус 2. Да, сейчас там этот самый Гонза их постреляет, ебенец. Вы про Брока забыли, он уже подошел. А что он сделает с этой упаковкой? Ну, мало ли. Вон Сален тоже говорит, что он сделал с этой упаковкой. Сделал? Но... Оп! Оп! Всё, нормально. 2-2. До нуля прям чтобы было. Снайпер в самой жопе, нахуй. Да у нас квадроцикл поломался. Ну как поломался? Мы, получается, ехали, он тут прыгивает и на бок выкидает. А, котлета, мразь! Какая котлета? Ты что, с ума сошёл? Ты у меня в городе находишься, какая котлета? Не, Гонза, походу, все-таки с кофейком, там, с пончиком, по-моему, уже не до этого. Здесь миссия рубится неправильно, у нас зависает. Классно.